Всемирное антидопинговое агентство потратило 1,5 миллиона долларов на расследование против российских легкоатлетов. Таким образом, превысив бюджет на 14%. Разницу покрывали за счет резервных средств. Об этом говорится в отчете организации за 2015 год. Опубликовали его накануне. Я напомню, что независимую комиссию сформировали в конце 2014 года, после того, как на немецком телеканале АРД вышел фильм о допинге в российском спорте. Официально в нарушении антидопинговых правил Россию обвинили в ноябре 2015-го. После ВАДА потребовала отстранить российских легкоатлетов от участия во всех соревнованиях под ее эгидой. Именно поэтому на играх в Рио наших атлетов не было. Выступить разрешили лишь прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая до этого несколько лет жила, тренировалась и, следовательно, сдавала пробы в США.